Добрый, радостный день, дорогие партнеры. Сегодня хочу поделиться своими эмоциями. Я вчера получила наконец-то свой заказ. Все это я приобрела на распродаже, которая у нас длилась 4 дня. Вот. Сейчас я вам расскажу, что же я все-таки взяла. Начну с подарочных наборов. Вот я заказала такой набор мужской. Шампунь для волос и тела, гель для душа и гель для бритья. Либо я его разыграю, либо будет повод, я его подарю. Думаю, такому подарку будет рад любой мужчина. Потом, любимый мой набор, это крем-гель для душа медовым ароматом и кондиционирующий шампунь. Два набора себе приобрела. Они мне обошлись всего по 147 рублей, а мужской набор вышел 221 рубль. Так, витаминки, наконец-то! Они были по распродаже. Магнетик стоил 399 рублей, а ювенол стоил 288 рублей. Я хочу пройти курс. Курс рассчитан где-то на дней 20-25, то есть мне этого будет достаточно. Чай зеленый, обожаю его с жасмином. Так, тоже по 59 рублей. И, наконец-то, я собрала, конечно, еще пока не полная коллекция, но у меня уже достаточно. Парфюмерная вода в миниатюре 15 мл, не бьющееся стекло, удобно носить в сумочке, держится долго. Я взяла свой любимый аромат еще в формате туалетная вода. Здесь 30 мл. Она держится не так долго, но, тем не менее, упаковочка такая оригинальная. И на лето, я думаю, будет замечательно. Дальше. Гели для душа. Тоже они что-то в пределах 44, что ли, рублей мне обошлись. Очень нравится мне этот аромат. Я брала скраб из этой серии. Мне понравился аромат. И вот я решила взять себе гели. Может быть, на подарочки кому-то, кто сделает заказ более 1000 рублей у меня из моих дорогих моих клиентов. Вот, отбеливающая зубная паста. Она мне очень нравится. Вообще серию «Эксперт» я обожаю. Вот, отбеливающая зубная паста. Я ей пользуюсь 3 недели, потом делаю перерыв месяц, так как даже в рекомендациях указано, что желательно не пользоваться более 3 недель. Отбеливает она замечательно, то есть со своими заявленными функциями она справляется. Вкусная она, ну, вкусная, приятная. Так, любимые мои мыльца. Мыло для кухни для устранения запахов. То есть мой фаворит сейчас это с цветочным ароматом. Вот это мыло. Я его просто в него влюбилась. Ну, вот это я на подарочек кому-то возьму. Дальше в распродаже были парфюмированные вот эти гели для душа. Это я взяла для мужа. Один на работу, один дома. Так, набор по уходу за ногтями. Девочки, мне он очень нравится. Я уже, у меня закончился просто пилочку. Ой, простите. И пилочку всю уже испилила. Так, достану вам. Она такая небольшая, четырехсторонняя. Но ноготочки после нее блестят, ровные. Лак прекрасно наносится и долго держится. Просто рекомендую. Он тоже вышел мне в 110 рублей этот набор. Дальше взяла салфетки. Я их очень люблю, серии Story d'Amour. Они, ну, что-то по 29 рублей, что ли, обошлись мне. Дальше в распродаже также масочку. Так, сейчас лето, еще я делала милирование. Я все-таки хочу свои волосы маленько увлажнить. И вот я все не брала серию увлажнений. Вот хочу попробовать. Потом поделюсь своими отзывами. Вот 3 набора вот таких. 3 предмета из этого набора. Также, конечно, я всегда беру пробники. Это обязательно. Они мне обходятся в 14,5 рублей, так как я VIP-консультант. И с 50% скидкой я приобретаю пробники. Туалетные воды, у меня их очень много. То есть каждая туалетная вода, пробник у меня есть обязательно. Также помады и средства по уходу за домом на органической основе. Ну и мыльца тоже в подарочек кому-нибудь взяла. Лаки это я взяла себе. Хочу попробовать. Захотелось мне оранжевого цвета, так как лето.
Вот. О, зубные щетки долгожданные. Долго их не было в каталоге. У мужа проблемы с зубами. И вот он очень хотел, чтобы была мягкая щетина. И вот мы дождались. Я ему заказала 2 штучки. Так, пакетики. Каждому клиенту я обязательно складываю его заказ в такой красивый пакетик. Вкладываю обязательно каталог. Вот пришли мне 11 номер каталоги. И я заказала еще, у нас вышли новый каталог Faberlic и Denas. Я их 3 штуки заказала, потому что у меня в старом формате есть. Заказала себе практическое руководство по динамической электронервной стимуляции. Наконец-то! У меня есть Denas аппарат, я его очень люблю. Сейчас у меня мама курс проходит, отец, у него проблема с давлением. Так что мы получаем результаты хорошие. Маркетинг-план очень нужный всем, чтобы все знали, за что нам платят и как можно здесь зарабатывать. Так, вот такие пеналы для пробников, очень удобно, красиво. А вот еще это у нас спрей для легкого расчесывания. Я их взяла на продажу. У меня девочки постоянно их спрашивают, а их в наличии очень часто не бывает, поэтому я взяла их 2 штучки, чтобы они у меня всегда были. И взяла себе сумочку. Сумочку взяла, у меня платье новенькое в полосочку, и я решила себе на лето взять вот такую сумочку. Мне очень понравилось тем, что в нее входит каталог. Так как я не выхожу из дома без каталога, я посмотрела у наших консультантов и захотела себе приобрести. Она вот такая. Есть ремешочек. Внутри одно отделение и плюс небольшое отделение на замочке. Держится все это на клепке. И такая летняя сумочка. Очень удобная, легкая. Попробуем. Так, ну все, спасибо большое. Всем хорошего дня. Удачи. До свидания.